Фотографировать. Виктор Валерьянович Рудковский, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. Опасно, да? Может, оттуда же? Пока обходим. Три четверти своих войск хотели в одночасье испепелить нашу страну. Советский народ встретил наглых захватчиков с сопротивлением, беспримерным по мужеству и силе. Дерзкий план Германии захватить нашу страну за 6 недель был провален. Оборона Москвы и Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, сражение на Малой Земле – это не просто этапы Великой Отечественной войны, это горечь поражений и радость побед на полях сражений. Это кровь и слезы миллионов людей. Это не утекающая боль души от гибели боевых товарищей, родных и близких. Отдельная страница в истории войны – это Сталинградская битва. Самая жестокая и кровопролитная. Именно это сражение стало первым, когда советским войскам удалось уничтожить везде. Стоят. Пойдем. А у нас тут, наверное, видно. А? Давай поднимемся, глянем. Да они же вон там пришвартованы. А по что там? Да потом поднимемся.
Иди к бабушке, иди куда хочешь, я ушла. Мы когда собирались идти гулять, вы мне сказали, что вы тут так хорошо. Хорошо себя вести, да, хоть. А мама идет такая, так, Оля, блядь, спиздел, нахуй, вон идет. Ты что за... Не выполняю свои обещания, а мама там не... Мама неплохая. Спереди, сзади. Что за десантура или что? Вот этот, что ли? Да. Это таких годов, вот что. Старый? Да, конечно. Этот-то поинтереснее. Тут, блядь, побольше, наверное, местечко, блядь, всякого разного. Вот это в натуре, наверное, десант сюда забивали. Вчера бухнул хорошо, я заметил. Наверное. Вот тебе поединить. О, аккордеонист. Какая красивая девушка. Как раз по твою, на балалайку. Это было с басом. А где Юра у нас? А, вот он. Короче говоря, не попали мы на 9 мая. А почему? А выход что, не здесь?
Хороша Маша Данина. Мясо не говоришь, да. Все на понтах. Тут тоже не пройти, да? Да, конечно. Это надо было. Пока прыгать, как Макс, куда хочешь? Когда? Закончится официальный час. А вон машина. Смотри, подбородочек подними, глазки расширь, расслабься. Отойдите. Это идиот, работай, руля. Сейчас, буквально секунду, ничего, ничего. Я не могу. А что за идиот? Зло. Thank you.
Я вообще пойду. Надо не дать руку. Туда дальше? Да лучше.